Санюша поддалась стадному чувству, свойственному российской тусовке, и записалась в ряды дизайнеров. Как сообщают наши коллеги из Теленедели, помогать Нюше в создании полноценной коллекции одежды будет ее подруга детства. Кстати, профессиональная швея. Первые попытки совместного творчества давно налицо. Костюмы для клипа «Выбирать чудо» девушки шили собственноручно. На премию телеканала РУ-ТВ Нюша обещала прийти в шикарном платье собственного производства. Хочешь увидеть звездное творение своими глазами? Тогда поспеши заказать билет без наценки по телефону в Москве 925-34-38, код города 495. 29 сентября Крокус Сити Холл и самые популярные артисты отечественного шоу-биза в одном флаконе специально для тебя.